Заман Хайросын ГРТ каналында Гагаузия Гюнгюнден программасы Бянунын көтөрүчүсү Марина Топал. Сегодня у нас в гостях Еродиакон Афанасий. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Да, рад, что позвонили. С каким настроением сегодня проснулись и пришли к нам в гости? Ну, настроение еще вчерашнее, тоже было хорошее, а сегодня еще лучше, что имею повод что-то говорить о религии, о нашей монастыре и о Слову Божьему вот, в наших сердцах. Я думаю, нашим телезрителям сегодняшняя беседа будет полезна и интересна. Хочу немного рассказать, что вы более 15 лет служите в Никаренском Илинском мужском монастыре Кишиневской епархии Русской Православной Церкви в селе Никарены Дрокевского района Молдавии. Да. Это считается один из самых больших монастырей на территории Молдовы. Один из самых больших монастырей не по территории, а по числу братьев. Расскажите немного о своем монастыре нашим телезрителям. Наш монастырь был основан на пионерский лагерь. Там не было до тех времен ничего православного. И вот основатель был отец Рафаил, приехавший как раз с семинарии, принял монашество и стал служить в селе. Через 4 года открыл монастырь возле села, и вокруг начали собраться братья, вот, потом монахи уже стали. И до сих пор, до наших времен, около 40 вот, начали набраться, около 40 братьев, монахи и братья. Скажите, как проходит обычный день в монастыре, чем занимаетесь? Немножечко об этом. Обычный день, основа монашеская – это молитва. Идем на молитву утром, потом каждый на свое послушание, каждый отвечает за что-то конкретно. В свободное время читаем книги, размышляем о Боге. Вечером опять молитва, и после молитвы уже каждый имеет свое определенное уже самостоятельно. Вы уже сказали про отца Рафаила. Вы снимаете о нем документально-художественные фильмы. Расскажите, как пришли к этому и какую значимость они имеют сегодня? У нас отец Рафаил был особый по дару Божию. Были очень много чудес. Были по молитвам его очень много исцеления. Очень глубоко духовно он мог прозреть вещи. И все это впечатлилось в сердцах людей за все это время. Но когда отец Рафаил все это с дар Божий творил, он всегда скрывал от людей, чтобы не гордиться, чтобы не хвалиться этим, потому что это все-таки Божьи работы, вот, а не человеческие. И когда отец Рафаил ушел из жизни, я даже не знаю, как это получилось, что мы начали их снимать. Получилось как-то. Я даже не заметил, как я увлекся вот в этом вопросе. И потом я понял, что это очень интересно, очень полезно для людей. Раскрывать вот все эти тайны, все вот эти, которые отец Рафаил в своей жизни, наоборот, прикрывал, чтобы не хвалили его. И вот люди начали рассказывать каждый по-своему, каждый. Это то, что отец Рафаил воспитывал в духовном жизни, исправлял, руководил каждого по-своему. Не повторял вот одного, что-то другого. Каждому индивидуально. Да, и вот когда мы сейчас брали интервью у этих людей, они каждый по-своему характеризует и описывает отца Рафаила. И вот в конце мы поняли, что смогли все-таки собрать полную вот картинку, то, что было до сих пор непонятно. И вот так и появилась эта идея, но она как-то сама по себе шла. А потом из этих интервью мы поняли, что мы можем делать исторические фильмы. Вот всю жизнь отца Рафаила прямо в фильмах. И вот делали первую серию про родителей его и детство.
Потом вторую серию делали про учебу в семинарии и возвращение обратно в страну, и его путь уже как церковный путь. И вот сейчас, сегодня как раз загрузили третью серию фильма на Ютубе, на канал «Монастырь Никоряна». Про отца Рафаэля, его жизнь уже пасторская, уже как священник и как иеромонах в селе Никоряна. Этот уже особый фильм, не как те два, которые были до сих пор, потому что здесь уже мы даже сценарий делали. Вот конкретно там играет роль отца Рафаэля кто-то. Художественный, такой придали. Да, он уже имеет художественный уже вид. И плюс интервью как-то очень интересный, такой смешанный получается. И тут как раз и начиналась самая интересная жизнь отца Рафаэля, самая такая активная, потому что именно в это время начиналось собраться и братья вокруг него, и народ начал приходить очень много со всех сторон Молдовии, не только Молдовы. И там очень интересные вещи есть. И открылись очень большие тайны, очень такие глубокие смыслы духовные. И все это из уст людей, не так, как кто-то говорит просто, что он, а именно из разных уст людей, и каждый, с которыми он встречался и которым помогал. Да, и особенно вот, которые живут в Никоряна, люди, которые видели все это на их глаза. Не могу не спросить, эти фильмы загружаются в YouTube, вы видите, сколько там просмотров, в чем миссия этих фильмов и много ли просмотров, нуждаются ли люди, вот это своего рода тоже духовно-нравственное воспитание? Я думаю, что миссия этих фильмов, это те же самые книги, которые раньше писались, и когда не были эти технологии наши современные, святые отцы жили скрытно, не показывая себе. И только после этого кто-то начинали собрать по крупицам вот все эти тайны, все вот эти скрытые сокровища. Мы так и этот проект назвали «Скрытные сокровища». И вот начинали собрать вот все это, и все это давали в книгах. Да? И вот эти книги были полезны для людей, ободряли дух вот православный каждому, доказывали, что действительно Бог работает и любит каждого, и ждет покаяния, исправления, вот, и чтобы не грешили, чтобы были действительно богоугодные вот люди. И вот эти книги помогли людям и до сих пор помогают. Но если мы берем в расчет, что сейчас технологии современные эти очень сильно уже влияет на людей, и все вот именно, особенно молодежь, весь в интернете, и книги не очень читают. Я думаю, что польза именно в этом и есть. Открыть эти сокровища и показывать людям. Вот действительно, вот Бог любит нас, Он ждет нас, ждет покаяния наше, исправления наше. И когда у нас тяжело от наших грехов, вот можно к Богу приходить, и у Бога есть угодники, такие, которые служат Ему, и через них Господь помогает каждому. Эти фильмы на государственном языке. Есть ли в планах какие-то субтитры на русском языке? Две серии, которые мы делали до сегодняшнего дня, они уже имеют субтитры на русском и перевод. Это сейчас, который мы сегодня грузили, он только на молдавском, на румынском, но в ближайшее время будет это тоже на русском. А кроме этих есть еще интервью много, именно отдельно каждый человек, который рассказывает, тоже очень длинный и очень интересный. На тех нету перевода, потому что там больше 20 интервью получилось, по час, по полтора часа. И как-то еще сложно нам переводить все это, много времени надо. И это не делали, но зато есть некоторые из них прямо на русском. Тоже можно смотреть. Фильмы сняты и смонтированы достаточно профессионально. Кто вам помогает в съемке и в монтаже? Я думаю, что это промысел Божий был такой. Мы пробовали
я вначале, я вообще не имел представления о журналистике изначально. Просто имел фотоаппарат хороший и фотографировал. И вот с ним начал снимать. И потом, когда появилась эта идея, мне надо было кто-то, чтобы мне помог именно в профессиональном уровне. И я пробовал с некоторыми, и ничего не получилось. Вот, и как-то был в дроке у Любы Булгару, она в Зиаристике. И как-то мы говорили, и между разговором там появилась такая идея, что вот есть один Кишневый, наш дрокерский парень, который занимается ими профессиональным студией и фильмы. И она дала мне номер, я набрал его, встретились, и как-то даже не заметили, как начали как-то мы сразу поняли друг друга. Вот если до сих пор я пробовал с одним, с другим, они смотрели на меня, они не знали, что я хочу, с Теофилм. Вот студия, и Сергей, я с ним как-то сразу, мы поняли друг друга. И даже первый фильм сразу появился именно точно так, как я хотел. А потом я уже начал самостоятельно понемножку тоже приобрести аппаратуру профессиональную и начал изучать программы монтажа. И сейчас могу и сам делать, но все равно, как будут делать специалисты, никто не сделает. Да. Журналистика является мостом между властью и народом. Кем являетесь вы в роли журналиста? В чем ваша миссия? Наша миссия не политика, не что-то там доказывать кому-то. Наша миссия показывать эти скрытые сокровища, которые Господь нам дает через избранных своих, и которые эти избранные, они должны скрывать все это, чтобы не хвалить, как я изначально сказал. Но как-то все равно они выходят. И вот миссия, чтобы это вышло, чтобы люди видели, вот промысл Божий, чтобы видели вот эту любовь Божию к нам, чтобы Господь нас никогда не оставит и всегда ждет, чтобы мы просто обратились к Нему. И мы такие люди, как вот стоим в доме, да, и Господь стоит на улице и стучит в дверь, а ручка у нас. И вот от нас зависит, мы откроем дверь Господу или не откроем. Так вот, миссия – это чтобы стучить вот к людям и сказать, вот там Христос стоит, а дверь, а ручка у вас. Откройте двери, когда Господь заходит к вам и помилует всем во всем. На ваш взгляд, насколько в современном мире религия нужна? От малого до… Религия… Не только в современном мире нужна. Религия нужна была всегда, потому что Адам и Ева, они же были в раю. Там не было вопроса религии, там они всегда были с Богом. И даже оттуда они падали, вот в грех. Да? Религия нужна, не то, что она нужна, она... Неотъемлемая обязательная часть, потому что мы отпали из рая, от Бога, и у нас закрылись глаза, и мы просто уже не можем видеть Бога, как видели Адам и Ева. Да? И вот через все это мы тянемся обратно к тому раю, откуда мы падали. Это естественная наша жизнь души. Просто тело закрыло все это, и душа сейчас не видит. Но душа, она по-любому вечна. И после смерти все равно придется нам осознать, что мы жили здесь только временно, и там будем ответить, и нам будет выбрано место, или ад, или рай. Как вы считаете, откуда должно начинаться духовно-нравственное воспитание? С семьи, с церкви? Как этому приучить, воспитать детей, приобщить? Я думаю, что вопрос не стоит даже так сильно в воспитании детей.
как в саму жизнь родителей. Вот. Если родители будут воспитать детей, а он сам не будет иметь дела, того, что он говорит и воспитывает, то ребенок не принят его слова. Он просто увидит и скажет, а вы так делаете, а меня учите по-другому. Я думаю, что главное во всем этом исправление сначала родителей и их ревность к Богу. И дети увидят это, и они сами будут самовоспитаться. Но ключ к всему этому – это есть молитва. То есть, если родители не будут молиться Богу о воспитании детей, о их благоустройстве духовном, то это ничего не будет. Вы какую тенденцию наблюдаете? Почему в современном мире такое тотальное неверие людей властям, церкви, может быть, даже самому себе, друг другу, друзьям? Вы это наблюдаете? Есть ли такое? Я думаю, что люди сейчас... Как и всегда, они не верят из-за самолюбия. Мы здесь на земле временно, и мы здесь на испытании. Что мы выбираем? Служить Богу или служить сатану? Да? Тут мы мы выбираем сами вот это пространство времени, которое мы живем на земле. Мы выбираем, что хотим, мы с Богом или не хотим с Богом. И это неверие, я думаю, что это самолюбие. Вот мы любим больше жить для условий наших нужд телесных, не духовных. И вот это нам притупляет ум и не дает нам ревность к духовным. А ревность к духовным – это начинается любовь к ближнему, жертвенность к ближнему. Да? Молитва, подвиги, вот это, пост, это все идет против тела как-то, да. Надо жертвовать на благо тела для души. И как-то люди это не хотят вот, смиряться вот с этим. А именно в этом и есть любовь к Богу. Именно и в этом и видно, что ты любишь Бога или не любишь Бога. Ты любишь свое тело больше, да, и свои страсти, свои похоти. Или ты жертвуешь эти, даешь в сторону, и ты тянешься к заповеди Божьей. А заповеди Божьей надо именно к ближнему всегда обращать внимание. И я думаю, что вот это есть и причина. И есть причина вот этих всех. На ваш взгляд, почему так тяжело отказаться от этих привычек, которые вы перечислили, и чтобы обратиться к своей душе, быть честным и быть ближе к Богу? Человек, который понимает это, я знаю многих людей, которые поняли вот это. Они радость имеют уже не от своих похотей и наслаждений телесных. Они больше радость имеют, когда они что-то там помогли кому-то, и тот радуется. И вот душа его радуется от того, что другой радуется. К этому надо дойти вот, духовно. Надо жить до этого, чтобы дойти. Но кто доходит до этого, чтобы радовался о радости другого, я думаю, что тот сможет сказать, что нету другой радости выше, чем это. Как это воспитать в себе? Это же с раннего детства нужно. Это надо воспитывать в себе... Через что? Через мелкие все вот эти заповеди Господни. Да, не осуждать, не роптать. Держать пост, молитва, ходить в церкви на службах, исповедоваться, причащаться. Вот. От таких вот стандартных мелочей, но это вроде мелочи, но это не очень, очень серьезные вещи. Вот отсюда начинается. Душа начинает открываться как-то, начинает осознавать, что Бог всегда помогает, и всегда Он рядом и ждет нас. Вот как я пример дал с дверями. И когда вот это все он начинает видеть, и вот люди говорят, что а кто доказывает, что Бог есть, и никто оттуда не пришел. Так и не будут доказывать этим людям никто, потому что они не хотят видеть. А как можно кому-то что-то показывать, если он... Закрыт. Если у него глаза нету, чтобы это видеть. Как в Евангелии
фарисеи, евреи попросили знамение с небес, да, и Господь сказал, что знамения вам не дадут, не будут. Да. Вот примерно так. Надо сначала исполнять заповеди Божии, и потом открываются понемножку глаза, и ты видишь реально, вот как тебе Бог помогает, и как все это реально и не фантазия, вот, как некоторые думают. У вас есть несколько проектов для детей. Расскажите про эти проекты тоже. Да, есть некоторые проекты. Сейчас мы пробуем читать разные рассказы, такие поучительные, духовные именно. Это изначально. А сейчас начали даже делать программы такие, где мы в церкви на уроки такие духовные читаем рассказ поучительный, потом священник дает объяснение как-то духовно, и в конце идет цитата от святых отцов именно по этой теме. Очень интересно для детей. Я думаю, что этот проект с Божьей помощью будет еще развиваться. Сколько детей приходит на эти уроки? И становится ли их с каждым днем или с каждой неделей, какой периодичностью проходят эти уроки, больше этих детей становится? Ну, я думаю, что рано еще делать выводы, потому что мы только 4 уроки делали таких. Пока, и вот тоже сейчас в ближайшее время будем первый монтаж и публиковать его именно на канале. Тоже в Ютубе на вашем тоже канале? Тоже на Ютубе, на монастыре Никурень. Я думаю, что еще рано, потому что еще конкретно ничего нету, вот, чтобы дети видели. Только то, чтобы мы были на уроках этих. Но я думаю, что этот результат будет очень впечатлительный. У вас есть еще один проект, он давно начал и функционирует, где вы читаете только голос за кадром, есть, где вы читаете истории или Библию, вы нам рассказывали. Это что за проект? И вы поделились, что вы поняли, что только голос за кадром, нету такого восприятия у детей, нужно и какое-то движение, и чтобы кто-то был в кадре. Как этот проект вы начинали и как пришли к тому, что нужно что-то менять? Вы знаете, чтобы что-то делать, надо что-то пробовать, вот всегда. И если кто-то не рискует, не пробует, не получает результат. Это был как-то пробный такой вариант чтения. Особенно, что читает одна девочка с очень приятным голосом, именно для детей, такой очень мягкий, приятный голос. И это очень хороший результат дает, именно дети любят это. Но пока мы не сделали это, они поняли, что можно делать еще дальше, еще больше. Можно делать это все на монтаж видео, не только аудио. И это будет более интереснее вот именно детей, потому что они любят всегда движение какое-то, и любят что-то новое, что-то. А так они, чтобы только слушали, это для нас, для взрослых. Мы можем так сконцентрироваться и не отклониться от вот, внимания. А у детей нет, у детей всегда любят что-то в движении, чтобы было. Не могу не спросить, современный мир, век цифровых технологий, и вы тоже есть, у вас YouTube-канал. Сколько он существует и как выросли ваши подписчики? Говорит ли о том, что людям нравится то, что вы снимаете, то, что вы монтируете, и это им откликается в их душе? Ну, знаете, мы когда делали канал, мы не ставили эти вопросы. Нам тогда надо было эти фильмы, которые проекты, как-то показывать людям. А потом поняли, что это дает результат интересный. Люди нам звонят, благодарны за это все. И мы начали развивать все это. Как-то изначально не был вопрос о канале и развивать его очень. А сейчас уже есть, потому что действительно, это та же самая книга, которая была до сих пор, и которую сейчас, с сожалением, молодежь не очень читает.
сейчас больше приобщаются к... Да, но это к сожалению, потому что все-таки интернет, это, если использовать его как надо, то это полезно. Но не меняет, не заменяет книгу. Книга все-таки есть книга. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь, что все проекты, которые вы поставили себе цель выполнить и осуществить, что они все выйдут на свет, и каждый зритель, который посмотрит, сделает для себя какие-то выводы, уроки и будет дальше жить по-другому, изменит свои взгляды на жизнь. Я думаю, что это зависит от каждого в отдельности, как он хочет открыть эту дверь Богу. И молиться надо очень много. Если бы вы хотите обратиться к нашим телезрителям с какими-то словами, то у вас есть такая возможность. Да, спасибо. Я как монах жил возле очень высокого, как такой духовный старец. Видел очень многие интересные, такие духовные, глубокие вещи вот Божьи такие. И могу сказать точно, что это не помогает, если человек не молится. Вся смысл нашей жизни – это обращение к Богу. Если даже мы чудеса увидим, знамения с небес, нам это не поможет, пока мы сами не будем обращаться к Богу в молитве и с покаянием. Именно покаяние открывает вот эти завесы, и ты можешь по чуть-чуть видеть Бога в своем сердце. Что я хочу всем желать, это чтобы они поняли, что надо обращение к Богу в молитве, во-первых. А остальное все само по себе придет. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии был иеродиакон Афанасий. Спасибо вам за такую прекрасную беседу, откровенную. Желаем вам всего самого хорошего. Да, спасибо. Гагаузия Гюнгюндэн программа «Сейтиштикен Дессон» на Сискалым Зимнагарете каналында.